За время карантина уже привыкли смотреть кино дома, все, что хотим, любых годов, в любое время. Вот, поэтому считаю, мне без разницы, и так безопасней. Ну, огонь, это же хорошо, давно уже везде все открыто, пора бы в Нижнем Новгороде все открывать уже. Я только за. Главное, чтобы это было безопасно, соблюдая социальную дистанцию. Но в целом-то по кинотеатрам соскучились. Да. Да. Давно хотим съездить, но все закрыто. Как откроется, обязательно пойдем. На какой фильм? На любой. Настолько соскучится, уже на любой согласна.